На конкурс «Дети читают стихи» автор Вадим Дробис. 8 марта у бабушки Яги. Читает Марта Гришанова, 6 лет. На 8 марта у бабушки Яги на столе румянятся горкой пироги. Прибраны в избушке для куриных ног, есть в чулане парочка новеньких сапог. Бегала бабуся в бегудях с утра и гостей встречала посреди двора. Леший все подснежники оборвал в лесу и кричит мне радостно: «Бабушки лесу!» Чмокнула Ягуся в щеку старика. К ней с букетом тянется и моя рука. Если будет круглый год добрый, нежной, милой, перестанем мы ее звать нечистой силой.